Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Стрелок Евгений Ищенко выиграл первенство страны. Самарские баскетболисты первые в регулярном чемпионате молодежной лиги. Дзюдоисты разыграли медали областного чемпионата. Областной чемпионат по дзюдо прошел в Самаре. На татами вышли мужчины и женщины. Более 60 спортсменов претендовали на медали. Кроме наград, дзюдоисты боролись и за место в сборной команде региона. Впереди у атлетов участие в чемпионате Поволжья и России. Баскетболисты Самары СГУ провели заключительные матчи регулярного чемпионата молодежной лиги. Команда дважды переиграла саратовский «Автодор» 62-55 и 65-63. Самым результативным самарцем стал нападающий Даниил Синегубов – 36 очков в двух поединках. В итоге дебютант лиги Самары СГУ выиграли чемпионат, обойдя фаворитов прошлого и этого сезона в ЦСКА и Химки, многие игроки которых выступали во взрослой единой и Евролиге. Впереди экономистов ждет финал. Турнир пройдет в МТЛ-арене. Самарский стрелок стал чемпионом России. В Краснодаре в личном зачете юниор Евгений Ищенко настрелял на золотую медаль с 10 метров из пневматической винтовки. Мастер спорта международного класса в финале набрал 208 очков. Второе место у кандидата в мастера спорта Дениса Гончаренко из Белгорода. Бронза досталась мастеру-международнику москвичу Владиславу Фетисову. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.